Смотрим, сколько мы сейчас заработаем денег. Вообще заработаем или нет, может вообще проиграем. Даже и не знаю. А, мы забыли этот самый трофей поставить. Алло, трофей-то мы забыли поставить там. Ладненько. Сейчас поставим мы трофей вместо вот этой вот. Вместо бочки, наверное. Да, вместо бочки, либо вместо вот этих вот ребят, которые выбегают у нас из домика вот этого. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, кого... Да, Дуда Плей. Всем привет, ребятки, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Grow Castle. Ну что ж, тут у нас есть небольшой скилл, давай прокачаем. Прокачивать мы будем сейчас манну. Манну прокачали, все. Идем в бой. И посмотрим, сколько мы заработаем. У нас уже 439 тысяч, кстати. Игрушка у меня постояла немножечко включенная, и мне рабочие принесли немножечко денежек. Хорошо. И я хотел бы сказать вам, что я как бы сделал, прокачал другую ветку. Ветку на получение денег. Сейчас я вам покажу ее. Добавил я... Ну, кстати, у меня лучники там были. Ну, мы сейчас будем прокачивать с вами замок. Замок нужно немножко прокачать. И я покажу вам ветку эту. Ага, выиграли. Так вот, моя ветка. Вторая вот она получается. Вот здесь у меня лучники... Получается, стоят сверху ведьмочки, которые тоже вызывают скелетов. Сейчас я вам покажу. Давайте поедем. Поехали, посмотрим. Вот, сейчас будем использовать манну. И манна восстанавливается, видишь, быстро. Быстро, потому что вот лучница, вот эта белая лучница, она забирает манну у врагов. И наша мана увеличивается быстрее, чем обычно. Это очень хорошо, плюс. Но пока персонажи, герои у меня не сильно прокачаны, поэтому, как бы, если не использовать никаких вот таких вещей, мы проигрываем, да. Угу. Надо их прокачивать всех. Вот этих вот. Скелетиков, а скелетики, кстати, они стреляют стрелами. Да, луком. Ну что ж, давай по апгрейд сделаем нашего замка. Так, а ну-ка, раз, два, три. Ух ты, смотри, неплохо, смотри, растет. Да, замок-то наш увеличился. Так, увеличиваем еще. Хорошо, прям смотри. Все, кончилось у нас увеличение. Получается, это какие-то даже очень похоже на, знаешь, на что? На какие-то ворота интересные. Так, давайте сразимся. У нас, смотри, здоровье прям вообще мощное. Давайте посмотрим, если я ничего не буду делать, смогу ли эту катку я пройти. То бишь, я не буду вызывать монстров, ничего такого особого. Так, смотрим. Мы теряем мощно-таки здоровье. Да. Не сильно, как бы, у меня прокачанные вот эти вот все герои. Ну что ж, посмотрим. Пройдем мы или не пройдем? Нет. Здоровье, смотри, как у меня уменьшается. А может быть и пройдем. Ничего не будем трогать. Посмотрим. Ох ты, босс. Да, для босса мы будем использовать. Слушай, чтобы пройти эту... А, нет, проиграли. Проиграли. Вылез откуда-то босс. Идем дальше воевать. Босс откуда-то вылез. Алло. Поэтому, к сожалению, наше здоровье-то ничего и не помогло. Поэтому используем наших... монстров, различные другие способности, которые покупаются с помощью манны. Сейчас посмотрим. Сейчас мы должны пройти, спокойно причем. Маны у нас дофигище, поэтому не думаю, что будет сложно пройти. Вот у нас птички пошли, так ангелы воюют, хорошо отвоевались. А, о, все, сейчас будет у нас босс. Так, вызываем монстра и вызываем все наши сверхспособности. И, естественно, мы его должны завоевать. Ну, победить. Так, а ну-ка. Вот, все, смотри, босс. Босс повержен. Выиграли, выиграли. Так, а ну-ка. А, значит, смотри, у нас добавили. Давайте улучшим манну. Мана 150, отлично. Что ж, поехали дальше. Батл. Так, заработали мы немножко денег. И мы сейчас сделаем улучшение нашего замка. Да, нужно будет немножко улучшить. Но также бы хотелось бы и героев улучшать. Да. Ну, посмотрим. Сейчас немножко замок улучшим. И в дальнейшем будем прокачивать героев, конечно же. Здесь еще, знаешь, мне посоветовали посадить все-таки дерево. Дерево. Для того, чтобы прокачивать нам опыт. Чтобы опыт прокачивать. Ну, не знаю, как бы. Сейчас подумаем, посмотрим. Так, что у нас здесь, ребятушки? Давайте идем в бой. Так, все, выиграли, отлично.
Сделаем улучшение нашего замка. Раз, два, три. А, все, деньги кончились, хорошо. Так, здоровье мы добавили нашему замку, поэтому будет нам легче играть. Так, и вообще, тут я хочу вот эту ручку с когтями улучшить. Да, много что хочу улучшить. Все для этого нужны деньги. Конечно же, еще можно вот этот трофей улучшить. Чтобы нам больше выпадало денег. С наших врагов падало. Посмотрим. Так, будет ли у них здесь этот самый босс или нет, интересно. Навряд ли, конечно. Так, ё-моё, смотри, здоровье моё, алё. Так, все, победили. Хорошо. Давайте. Мы либо один раз можем улучшить наш замок, либо улучшить вот этот трофей. Так, 28 тысяч стоит, офигеть. Ну давай, увеличим, нам нужны деньги. Побольше денег. И можно отправиться на карту и попробовать сразиться. Где у нас самый такой слабый идет замок? Вот это, наверное, 190, да? Ну, давай попробуем. Отправляем всех наших чуваков. Сейчас посмотрим, сможем мы одолеть этот замок или нет. Либо другую мы линию поставим. И посмотрим, сколько с другой линии будет у нас. Так, сколько у нас там маны? Мана уменьшается, зараза. Маны меньше стало, становится. Эх, надо прокачивать вот эту девчонку, эльфа. Так, ё-моё, смотри, давай. Смотри, сколько их много, а. Всё, поехали на замок, завоевываем. Попробуем повредить замок, получится или нет. Да, конечно, у нас здесь, смотри, трофеи стоит. Как бы эта катка такая, знаешь, не для войны. Нам нужно её для войны сделать, слушай. Да. Сейчас я поменяю вещи кое-какие. Поставлю. Вместо кубка я поставлю другую вещь. Потому что для игры на карте нам нужно, скорее всего, все-таки не золото добывать здесь, а пытаться уничтожить замок. Вот. А у нас стоит как бы для добычи золота здесь некоторые вещи. Как вот эта шахта и как вот этот кубок. Ладненько. Сейчас проверим, посмотрим. Сможем ли мы одолеть или нет? У нас мана заканчивается, зараза. Да, ее все меньше и меньше. Надо нам прокачивать эту девчонку. Эльфа, вот эту белую эльфу. Защитницу нашу. Угу. Ну все, когда мана у нас упадет полностью. Тогда, к сожалению, навряд ли мы что-то здесь можем сделать. Видишь как? Так, кастл, давай, уничтожаем. Все, мана закончилась. Мана закончилась, и я боюсь... Что? Эх, мы проиграем. К сожалению, да. Ой, немножечко осталось добить этого этот замок. Давай. Кастл еще, смотри. Очень мало. Ну, у нас закончилась практически манна. Ох ты, елки-палки, смотри. Что творится, не знаю. Уничтожим, не уничтожим этот замок. Да, здоровье стало, смотри, падать. Падает здоровье. Ой, совсем чуть-чуть-то осталось. Ребята, чуть-чуть осталось мне добить этот замок. Не знаю, получится или нет. Мана заканчивается. Здоровье, все, падает. Офигеть. Чуть-чуть осталось. Нет. Смотри, мы что делаем? Если вот это вот получается, мы здесь уберем золото, кубок, мы добавим сюда... Что сюда добавить? Так, огонь есть у нас? Вот эту добавим штуку, да? Либо мы добавим с вами вот этих ребят, которые будут выползать и стрелять. А здесь, мы поставим Hero Guild. Вот этот. У нас дамаж на 30% будет улучшено. Так, вот с этим наборчиком мы попробуем еще раз эту карту завоевать. Где у нас вот 190, да? Поехали. Попробуем немножко по-другому. Ага, у нас, смотри, здоровье-то у нас там больше будет, силы. Так, и у нас вот эти щелдобреки выходят с этого небольшого такого замка с постройки, да? Так, ну посмотрим. К сожалению, да, нужно следить за маной, которая у нас уменьшается. Ладненько, надо будет всех, наверное, сразу же в бой. Подождем, пока все у нас загрузятся, и тогда всех будем отправлять. Да, только так всех будем отправлять. Вот, нормально, смотри, прям хорошо мы кастл им уничтожаем. Вот так и будем делать. Не по одному, а прям кучей отправлять их на замок.
Так, вот, все, поехали, смотри. Вот, давай, 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 давай. Вот, смотри, как кастл уничтожает. Хорошо, прям. Такие мощные. Вот такими рывками мы и будем пытаться уничтожить замок. Хорошо. Так, все, поехали еще раз. Так, пошли, 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 пошли на замок, на замок. О, смотри, как он тает. Тает, тает замок. Может быть, мы сейчас уже и сможем победить. Да, скорее всего. Скорее всего. Да, 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 да. Так, все, отправляем всех. Маны у нас еще немножко есть. Ох ты, есть, отлично. Виктори, победа. Занимаем замок. Он нам приносит 1160. Сейчас мы его улучшим. Так, 1160 и 1300. 1368. О, хорошо. Как хорошо, завоевали. Угу. Вот это вот у нас будет бригада, которая будет завоевывать это все дело. А здесь мы поставим вот эту деку. Здесь у нас, ребятки, кого здесь добавить-то, алло, кого убрать? Давай вот этого уберем и добавим, который нам приносит деньги. А чувак, который нам приносит деньги, где он где-то был здесь? Так, а ну-ка сейчас смотрим. Это что делает у нас? А, 200% дамаешь? А монстров? Офигеть. Офигеть, ну нам нужны деньги. Где у нас чувак, который деньги приносит? Где-то наверху, наверное, мне кажется. Вот он, чувак. Да, этот чувак приносит нам деньги. Хорошо, мы его ставим сюда. Так, а этого меняем, который будет нам добавлять вот эту штуку. Да, да, вот это вот. Берем. 2% добавили мы. 2, 4, 5, 6, 7, 10. Ах ты, деньги кончились. Нифига какой дорогой. Слушай, алло. Все, это опыт она будет приносить. Ну, давай попробуем сразимся. Что? А, здесь мы, знаешь, уберем. Уберем мы вот эту штуку. Давай ману отсюда уберем, поставим вот эту штуку. 10% золота. Хорошо. Поехали. Посмотрим, сколько мы сейчас заработаем денег. Вообще заработаем или нет, может вообще проиграем. Даже и не знаю. А, мы забыли этот самый трофей поставить. Алло, трофей-то мы забыли поставить там. Ладненько. Сейчас поставим мы трофей вместо вот этой вот. Вместо бочки, наверное. Да, вместо бочки, либо вместо вот этих вот ребят, которые выбегают у нас из домика вот этого. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, кого-нибудь да поставим. Конечно же. Нам же важно сейчас именно золото. Ага, хорошо. Хорошо, кубок мы поставим обязательно. Угу. Так, куда будем кубок ставить? Давай вот эту уберем штуку. Поставим сюда лучше трофей. Вот, трофей. Хорошо. А вместо вот этой штуки... Нет, вместо вот этой штуки мы поставим дерево, которое нам будет приносить наш опыт. Давай увеличим его. О, хорошо, увеличили, отлично. И давай сразимся, попробуем. Сможем сразиться или нет? Так, ой, подожди, а я не поставил дерево, да? Блин, я не поставил дерево. Ладно, сейчас мы эту катку пройдем быстренько. Угу, и поставим дерево. Дерево нам нужно для повышения опыта. Что нам дает опыт? Опыт. Опыт нам что-то додает. Не знаю, что пока. Может, какие-то прокачки? Мы сможем прокачивать наших героев с нашим опытом. С повышенным. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько много всякой нечисти. Алло. Нам уже... Ох ты, выиграли. Все отлично. Так, давай сразу меняем вот эту бочку на опыт. Где у нас дерево с опытом? Во! Ставим. Так, давай мы его... Нет, знаешь, не опыт хочу увеличивать, а вообще больше денег. Ох ты, как он все дорого стоит. Алло. Поехали. Сейчас проверим. Получаем опыт. А ну-ка, растет опыт быстрее, нет? Сейчас посмотрим. Ну, не особо и быстро. Ну, как бы, да, растет. Растет немножечко. Растет. Хорошо. Будем наш опыт увеличивать. Так, герои наши сейчас всех победят. Давайте, давайте быстрее. Так, я геройчиков всяких. Ой. 16% бонуса золота. Отлично, отлично. Бонус золота. Мы сейчас вообще нормально денег заработаем. Хорошо. 75 тысяч. Нормально? Нормально. Так. Подожди. Кто это бежит у нас, а? Ой. Все, победили. Отлично, молодцы. Хорошо, победили мы все-таки, да? Так, здесь мы увеличим, давай, опыт. Говорю, ману увеличим. Все, 160%. Хорошо. Давай улучшим наш замок. О, так, денежек у нас не так уж и много. Но
Наши работнички там работают. Так, этот чувак сколько нам принесет денежек? Сейчас посмотрим. Ух ты, 7000 монет. А эти ребята приносят 45. Так, а мы этих мы не можем улучшить? Да, у нас не хватает денег для этого. Ладно, идем назад в кастл. Так, что ж, бой. Бой еще раз попробуем. Повоюем. Давайте, на второй скорости. Сейчас проверим, посмотрим. Эти ребята нам добавляют опыта. Так, хорошо. И главное нам деньги сейчас. Больше денег. Так, а что у нас дерево? Просто стоит у него... Ну, получается, как и трофей, вот это кубок. Ничего особого он не показывает. Просто стоит да стоит. Ой-ой-ой-ой, смотри. 11% золота мы можем сейчас добывать. Ой, хорошо. Спасибо, на 11% больше. Отлично, отлично. Все, этих ребят сейчас мы уничтожим. Так, добавляем. Давай этого геройчика нашего. Все, победа. Победа, нормально. Так, давайте еще раз батл. Поехали. У нас еще бонус золота у нас остается. Прикинь, еще идиот. Офигеть. Поэтому быстренько мы тут. Нам нужно заработать побольше денег. Давайте, ребята. Уничтожаем вот этих всех злодеев. И зарабатываем денежки на 11% больше. Хорошо. Смотри, у нас уже 120 тысяч монет. Офигеть. Вот, это я понимаю. Вот это я понимаю. Именно мы выбрали тех персонажей, которые нам вообще, вот это вот получается серия наша, мы зарабатываем чисто деньги. Ой-ой-ой-ой, смотри, сколько этих монстров-то бежит. Ладно, сейчас подождите. Так, один, вот, все, бонусы на 11% у нас закончились, и мы выиграли. Хорошо, в принципе, успели. Успели. Давайте прокачаем сразу еще раз ману, регенерацию увеличим. Так, ну, в принципе, у нас и денег много. Давайте сделаем улучшение нашего замка. Раз, два. Ой, хорошо, прям улучшили. Ну что ж, дорогие друзья, будем тогда в следующей серии играть дальше. Подписывайся на канал, пиши комментарий, ставьте лайки. Всем до новых встреч, всем пока-пока.